Итоги 2016 года. Облачная майнинговая компания Genesis Mining делится своими достижениями за прошедший год. Наибольшими из них были запуск крупнейшего в мире майнингового кластера на эфириуме Enigma и проведение конференции компании по всему миру. Одним из выдающихся событий стало упоминание Марка Штренга, генерального директора компании, журналами Forbes и The Wall Street Journal.